Что посоветует вам Вселенная? Хотите знать? Тогда смотрите это видео, ставьте лайк. И погнали. Что посоветует вам Вселенная через мою колоду Тар Иллюминатов? Очень красивая колода, я ее люблю. Что посоветует вам, тем, кто меня смотрит, Вселенная? Так, кто меня смотрит? Краткая характеристика, сигнификация иначе. Оп, Иерофант, смотрите. Могут смотреть мужчины по этой карте, да. Это вообще просто, это вышел герой, это фигурная карта, это старший аркан. Могут смотреть, неважно, конечно же, больше девчонок меня смотрят, но тем не менее, это опытные девчонки. Это девчонки по этой карте могут идти руководители, могут идти учителя, могут идти какие-то наставники, да, могут идти люди, которые имеют бесценные знания. Представляете, какие вы классные, какой картой вы вышли, да? Вот. А это люди, которые могут повести за собой. То есть вот такие сейчас меня герои, героини смотрят. Так что вам Вселенная советует? Угу. Перестать убиваться. 10 мечей выпало, да? Перестать убиваться, потому что вас сильно расстраивает. То есть перестать медленно умирать. Оставить прошлое в прошлом. Прошлое изменить мы не можем. На будущее повлиять мы можем через момент здесь и сейчас. Через сегодняшний момент. Через эту реальность, в которой мы находимся. Перестаньте страдать по десятке мечей, потому что должно было умереть по этой карте, потому что уже просто разорвано в клочья и не подлежит восстановлению. Что еще вам советует Вселенная? Какая классная карта возрождения. Эта карта говорит о том, что имейте терпение. Ангелы на вашей стороне, они сейчас высшие силы, и ваши ангелы упорно работают над созданием вашей новой реальности, где вот этому места не будет. Доверяйте Вселенной. Что бы ни произошло, всегда говорите: Вселенная, я знаю, что ты знаешь лучше, что мне нужно, и я доверяю тебе. Смотрите, по... Три кубка в карте вас ждет какое-то прекрасное взаимодействие. Может быть, вы куда-то поедете там, где вас любят, а может быть, Вселенная вам как раз и намекает, что стоит поехать туда, где вас примут с любовью, где вас примут такими, какие вы есть, без осуждения, без претензий. Ищите такое место. Даже если такого места у вас нет, оно у вас есть в глубине вашей души и в вашем сердце. Это называется пространство безусловной любви, которое каждый себе может позволить. Стоит только о нем подумать. Кстати, такое пространство безусловной любви вы можете оформить в своей голове мысленно сами. Можете там зажечь свечу, можете поставить очаг, можете накрыть стол, да, почаевничать сами с собой. И каждый раз, если вдруг какие-то неприятности вас касаются, убегать в это свое пространство безусловной любви, где вы в безопасности, где вы себе верите, где вы себя любите, где вы о себе заботитесь. Что еще? А вот по двойке кубков вам говорят, когда вы пройдете этот период трансформации, научитесь доверять Вселенной, отпустите прошлое, вас ожидает взаимная любовь. У кого есть уже взаимная любовь, но если меня все равно смотрите, вас ожидает прекрасное взаимодействие с кем-либо, с кем оно необходимо вам на данном жизненном этапе, понимаете? Тут два кубков, мне прям хочется закрыть расклад. Два кубков, это стоило только поговорить с вами о принятии, да, донести до вас эту информацию об отпускании прошлого, как тут же
тут же приходят новые энергии, энергии взаимной любви. Что еще? Да, разговор о трансформации. Вселенная вам говорит, двигайтесь к другим берегам, расцветайте, меняйтесь, преодолевайте трудности. А трудности имеются в виду трансформационные, которые вы, может быть, еще не осознаете, еще не понимаете, насколько важно мыслить позитивно, насколько важно быть на высоких вибрациях. А высокие вибрации – это и есть благодарность, позитив, безусловная любовь, принятие, осознанность. Да, двигайтесь вперед. Тут к вам кто-то может еще и приехать, да, кто-то движется вам навстречу после того, когда вы можете сделать первый шаг, и вам говорят, встречает человек-то идет огненной стихии, это в продолжение вот этой вот пары двойки кубков, которую мы только что посмотрели. Что еще во Вселенной посоветует? Не торопитесь принимать решения, слушайте свое сердце, заглядывайте внутрь себя перед серьезным принятием решений. Это не значит, что нужно метаться туда-сюда, это значит, что нужно сначала прислушаться к себе, где задать вопрос перед принятием решения о том, что вы хотите решить себе внутренне, прислушаться к своему сердцу, где откликается, в какой чакре идет ответ, какие ощущения, и ответить либо так, и где приятие ощущения будут, таким образом вы найдете правильный ответ. Где в теле, конечно же, я имею в виду. Поэтому согласовывайте сами с собой. Здесь, видите, человек стоит один, он на вершине, он держит два жезла. Любое его решение будет правильным. Понимаете, просто принимая одно решение, вы идете по одной ветке сценария своей реальности, принимая другое решение, вы идете по другой ветке сценария своей реальности. Нет ничего неправильного в этой жизни. Все в этой жизни правильно и все не зря. И самое главное в заключение вам Вселенная говорит, прекращайте тревожиться, прекращайте себя накручивать, прекращайте страдать. Это лишнее, это низкие вибрации. Поднимайте голову, хватит плакать, хватит уходить от того потенциала, который вам предоставляет сама Вселенная. Вы же мудры, вы же уже опытны. Так используйте свой опыт, и вы будете победителем. Я вас обнимаю, и пусть все сбудется. Да будет так.